Председатель партии «Платформа достоинства и правда» Андрей Настасий приехал 29 ноября в Бельцы. Он встретился с горожанами на центральной площади, а также прошелся по центральному рынку. Целью визита, со слов Настаси, является желание рассказать людям правду и заручиться их поддержкой. Мы сейчас продолжаем кампанию нашу «Вин акаса акум» и «Нордул Републики». Мы идем, чтобы информировать людей, мы идем, чтобы дать людям правду, чтобы сказать, что мы нужны для сприжину лор, в чем мы хотим с тоци, скимбаря в бине алухулор в Республике Молдова. Многие встретили Настаси с радостью, с аплодисментами, но нашлись и те, кто попросили его уехать туда, откуда он приехал. Напомним, что партия Андрея Настаси, «Платформа достоинства и правда», партия Майи Санду «Действие и солидарность» создали 3 ноября текущего года электоральный блок «Акум».